Всем добрый день, друзья. Мы сегодня находимся в отеле Тополь. Если вы хотите жить на самом берегу моря и наблюдать закаты из окошка, то вам сюда. Сейчас нам посчастливилось, я вам покажу четырехместный двухкомнатный номер с видом на море. Если честно, долго и упорно ждал я этот номер. Просто номера все заняты. Вот не поверите, сейчас в Тополе вот этот единственный номер сейчас свободный, и то на несколько часов, сейчас попозже приедут люди, мне дозволили поснимать вам. Итак, двухкомнатный номер. Здесь вот большие просторные такие кресла-кровати раздвигаются. Где-то 1,20 м даже, я вам скажу так, хорошо. Имеется телевизор, пуфик, телефон для связи с персоналом, зеркало, которое я старательно обхожу, огромнейший шифонер и холодильник. Все, что нужно для счастья, как говорится. Но все, что нужно для счастья, я покажу вам позже. Комнатка. Это спальня, вероятнее всего, для родителей. Вот, пожалуйста, за отдельной дверью, естественно. Notre-Dame de Paris, или как он там называется. Ну, в общем, это здание. Я знаю, что оно в 14-м, кажется, году пострадало. Его наверняка уже восстановили. Но это другая история. Чистенько, уютненько. Номер такой вот для взрослых. Конечно же, есть телевизор. Есть интернет, все тут как полагается. Пожарная безопасность, то есть отель на высшем уровне. И мы сейчас с вами выйдем на балкончик. Дело в том, что балкончики здесь разделены. Для вас, взрослых, для мамы с папой всего большой в тени. Позитива и море эмоций. Ждем вас каждый день. Видите? Море. Прям рядышком, рядышком. Невероятное световое шоу. К сожалению, вот этот вот катер с огромнейшим громкоговорителем сейчас мешает. Ну ничего, мы дождемся, когда он тоже... Обалденный балкончик, можно взрослым отдельно посетить, а детям, пока родители наверняка выпивают бокальчик вина, вообще кайф. Хотя я бы наверняка сидел больше на этом балкончике. Сказать почему? Да вот почему. Кстати, обратите внимание, шумоизоляция. Да, конечно, вот этот громкоговоритель слышно, но просто он там так громко кричит, что больше не хочешь слышать. Как только мы открываем окно, дорогие друзья, он опять включается, вражина такой. Наш знакомый кит, центральная набережная, и вот здесь, вот именно здесь вы сможете наблюдать закаты. Очень красиво. Внизу, прямо на первом этаже, находится столовая, кафешка, где у вас будет завтрак. Завтрак, я прямо включу. Ценовую политику вы можете узнать, конечно же, на сайте отеля Тополь. С утра встали, посмотрели, так, море спокойное, пойду купаться. Прям чуть ли не в плавках можно выходить, наверное, я не знаю, как в этом относятся сотрудники отеля. Но удаленность от моря минимальная, практически на первое, не практически, это есть первая полоса. Кстати, вот здесь вот меня как-то пару раз мои подписчики ловили, когда я снимал эфиры, они сидели, отдыхали на балкончике в отеле Тополь. У нас есть с вами возможность действительно проверить шумоизоляцию. Сейчас вот закрываем окно, дверь. И удаленно слышно, как вот этот вот катер с матюгальником что-то там шуршит. В номере тихо и спокойно, поверьте. Если бы не он, так вообще, тут вообще тишина и спокойствие, я вам скажу так. А катер, сами понимаете, он ездит там часиков до 5 максимум, дневные часы. В общем, такой вот просторный, хороший номер. Рекомендую вам. Ценовую политику, опять же, прошу вас уточнять на сайте отеля Тополь. Все есть. Подождите, я же еще не зашел в санузел. Блин, услышал, как тарахтит вентилятор. Вот такой вот просторный, элегантный душ. Раковина, унитаз, зеркало, все как полагается, фен. Все, что нужно для отдыха, ребята. И все это на самом берегу моря. Ну что, друзья, на этом я заканчиваю этот наш ролик. А вы уже сами для себя решайте. По-моему, прикольно. Всем пока.